Боня, убери свою попку. Не вижу ничего. Ребят, кстати, у нас уже появились новые слаймики. Мы сейчас их, в общем, фотографируем. Это вы так здороваетесь, ребята? Да. Сегодня восьмое, разве? Да. Точно восьмое. Бонь, доброе утро. Доброе утро. Чем я могу помочь сегодня? Чем ты можешь помочь сегодня? Ты мне можешь приготовить завтрак? Подожди. Приготовь мне завтрак. Хорошо, взгляните. Нет, я не хочу никуда идти на завтрак. Хочу, чтобы ты мне приготовил. Чем вы говорите, я могу помочь? Ой, какой чудесный день, а! Как же хорошо, когда солнышко есть. Открывайте, открывайте. Боня! Давай же, что это? Что вы мне снова что-то подложили? Боня, убери свою попку. Не вижу ничего. Не сказано. Нет, нам не рычать. Не понимаю. Давай. Что это? Не знаю, это что-то. Ну, потряси. А, вот тогда я поняла, блин. Что это? Это соль для ванны. Молодец, угадала. Ну какой вкус, какой вкус. А вкус как она угадает? А вкус зачем мне угадать? Просто так, давай. Дай тебе бумагу, да? Это вкус. Это капкейк. Кинамон. Это кинамон. Какой-то этот коктейль, что ли? Теперь мне дай. Цинамон. Такая вот соль для ванны. Маргарита будет принимать ванну с солью. А, это как раз запах, знаешь, вот эти вот печеньки, когда готовишь, рождественские. По-моему, да. Печеньки, которые вот рождественские, пахнут же. Да, это такого минт и что-то. Цинамон что-то... или как не он называется? Да, да. Вот тут написано на цинамон. Не надо. А у Ксюши что там? Да, возьмем ее, чтобы... Боня, она же прогрызет. Ты что? Давай, что там мне? Тоже маленький пакетик. Да. Ты что тут круглая? А что это? Тут длинная. Давай. Открывать? Надеюсь, телефон. Да. Открывай, конечно. Ничего не видно. А, что-то розовенькое. Давай. Ты хотела это? Да. Да. Это такая игра. Смотрите, ребят, с ниточкой нужно делать разные фигурки на пальцах. Мы раньше тоже, я когда маленькая была, мы так же играли. Только мы играли вдвоем, получается, не по одному, а вдвоем. Да, это тоже это можно вдвоем играть. Ну, фокус-то где? Ну, в общем, вы поняли, да, ребят? Всякие фигурки делать вот этой вот веревочкой. Я это видела в Клэрис. Ну, мы там и купили. Нет, мы это купили. А, нет, мы в Маноре купили это, да. На. Что-то мне голос пропадает куда-то. Смотри, тут еще есть. Там есть инструкция, там показано, да, какие вот фигурки делать. Вот я уже открывала. Да, я уже открывала. И вот так вот открывается. Тут тебе показано, как делать фигурки. Угу. Лестницу, чашку и парус. Давай откроем. Сделай что-нибудь, что ты умеешь. Так, надо вставать. Надо. Ой, мне же еще влог надо монтировать.
Я же вчера не смонтировала влог. Что, там учишься? Да, не понимаю инструкцию. Я на вот этом вот. Ну вот как я делала. Да, но тут одна. Угу. Папа кому очки купил? Себе или детям? А? Тук-тук. Паракен только он просто есть у ленты с параты. Я так же говорю, он себе купил очки. Эй. Детям дай поиграть. Так, давайте, давайте на стол накрывать, будем кушать. Сегодня хотели поехать на каток, но папа загрузил свою машину всяким барахлом, чтобы завтра выкидывать, и мы туда теперь не поместимся. Только сзади или везде? Везде, весь салон. Ну почему? Ну надо было папе сказать, что ты ему не сказала. Надо было его предупредить, что ты хотела на каток поехать. Да папа ушел, я с ним даже поговорить не могла. Сейчас папа еще бомбить кого-то будет. Ой, давайте будем кушать сначала, покушаем, потом будем. Сейчас я буду Бонечку кормить. Вот такой вот купила паштет ей. Так как у нее зубки выпадают, ей больно грызть сухой корм. Да, Бонь? Мы пока кушаем паштетик в перемешку. Такой вот для щеночков. Приятного аппетита. Рыжик. Надо тебя уже искупать, уже вон какие-то тут, не знаю, что это такое, она вся в слаймах, что-то склеенное. Тут. Кто будет сейчас купаться? Не сильно горячее? Дай потрогаю. Нет. А нет, нормально. Давай. Все, ложи. Ой, мамочка, то есть ставь, мамочка, не ложи, мамочка, только ставь. Мамочка, мамочка, ничего страшного, она уже не боится, она уже знает водичку. Что? Не надо выходить отсюда, не надо, будем купаться. Садись, сидеть, Боня, сидеть. Сидеть, не бойся, садись, садись. Вот, умничка, хорошая девочка. Сидеть. Нет, нет, нет. Нет. Будем мыться, на, держи. Давай вот так вот. Нет, вот так вставай. Они умеют, она умеет плавать. Плавать, конечно, не умеет. Собачка умеет плавать. Да? Все? Да. Уже у них уже врожденные такое, знаешь. Подожди, давайте ушки закрою. А как они тогда плавают, если им вода не может заходить в ухи? Ну, они вот так уши. Вот прижимают ушки. Они когда плывут, они ушки прижимают. Ну, как бы как сами автоматически их закрывают. Есть собаки, которые даже ныряют. Да, я видела. Лабрадор набрала. Ты такая сразу худенькая у нас. Ну, она сразу похожа на это, на... Ну, Бонька, она... Да. Ну, Бонька, она у нас 100% не будет нырять. Она не такая собачка. Просто не всем нравится. Привет! Это шампунь, Галя. Мой пончик такой... Смотри, какая она. А что ты на шпагат-то садишься? На шпагат-то не садишься. Уже немножко не нашла. Ты мой хороший. Зой. Ку-ку. Как она мило смотрит. Смотри, какая она милая. Ой! Почему такой вырезан? Почему такой вырезан? Вау, круто! Так на Ютубе проще, чем вот этим, по этим картинкам. Там тут сразу показывают. Ничего не понятно. И там есть очень много.
Ну вот запоминай потом, чтобы делала это без, это очень... без помощи. Ой, без помощи? Коль, я это сложно, но... Потому молодец. Что надо... Там что-то там... Ты должна... Это... Здесь Гриш... очень много. Вот есть собачка. Собачка-собачка. Вау, она еще и двигается. Угу. Теперь вот так вот. Вот она, бабочка. Это вот бабочка. Получается. Ну, так же у них получилось. То же самое у них получилось. Можно мне один попробовать? Я хочу парашют. Окей. Подожди, как я там делаю потом? Так. Потом... Блин! Забыла? Да. Посылочки, посылочки. Ну, где-то на следующей неделе, да. Ксения, у тебя спрашивают, ты почему в шапке ходишь каждый день? Потому что мне удобно и мне нравится. Я да, знаю, вот так почему. Вот. Look at this. Ей не нравится ее форма нравится. Лицы. Нет. Нормально. Лицы или лица? Лица. Лица. Не нравится ей форма. У нее хорошая лица. Форма лица, форма яйца. Нет. Форма у нее. У тебя овальная голова, нормальная. Нет, тебе идут шапки. Яйца. Просто у Ксюши это стиль такой, новый она себе нашла, да? Новый стиль такой, в шапочке она ходит теперь везде, и дома, и на улице. Тебе не жарко? Ксения? Нет, Ксения? Не жарко. Ксения? Ребят, кстати, у нас уже появились новые слаймики, мы сейчас их, в общем, фотографируем, загружаем на нашу страничку. Смотрите, сколько их. Это все новогодние, поэтому ждите, скоро будут. Обязательно будут в Инстаграм, и мы вас оповестим, когда они уже все будут. Вот этот вообще классный. Смотрите, как он блестит. Ой, ну-ка, где фокус? Блестящий какой. Все, вытянул. В общем, очень в этот раз много-много блесточек. Очень много блесток. Все в блестках, так как у нас Новый год скоро. Все должно блистать, блестеть. Вот эти вот добавочки новые. Вот они. В общем, скоро. Ждите. Это вот такой вот клауд. Зелено-белый. Вот с такими посыпочками новогодними. Вот этот тоже классный. Смотрите, какой новогодний вообще прям. Блестящий-приблестящий. На Кудыкину гору. На Кудыкину гору. А Бога? Каролина, слезь! Не сделать ничего. Мони, кто ты? И папа сможет подключить к телевизору? Хотим посмотреть на телевизоре или нет? Мама, да, мама, снег. Макс, дай, оставь в покое. Как она любит яблочко грызть. Ты мой зайчик, ты мой... Кто там еще яблочки любит? Чей такая? Хомячок. Кофточки опять. Она на льва похожа. Ее грива такая сразу. Здесь так приплюснуто, а тут грива прям такая. Она только кушает тут. А вот тут нет. Не хочет, ей нравится. Шкурка ей не нравится. Ей нравится этот помягче. Там, потому что там сок выходит. Ты такая. Яблочки она любит. Она обожает яблоки. Ты уже шапку сменила. А завтра, то есть послезавтра... Осторожно, не уколись там, Коля. Шапку. Ну что там, папа включает, нет? Сейчас она как-то пойдет, и больше не будет. Каролина, все, не лезь туда. И дверь может на пальце попадать. Любимая, кашечная. Манена моя кошка. Да? Давайте спать. Все. Только шапку снимай. Ксения, нельзя в шапке спать. Смотри, у тебя голова перегрелась уже. Она горячая, как пики-питок. Пики-пики-пики-пики-питок. Кипики-питок. Дай пластырь. Пластырь? Лучше спи без пластыря, чтобы она у тебя подсохла. Если ты заклеишь ее, она у тебя будет это. Воздух не будет попадать. Тебе, знаешь, тебе нужно мультики озвучивать. Ты так голос умеешь менять, прикольно. Что тебе нужно озвучивать? А ты зубы чистила? Да. Молодец.
Гудбай. А почему ты меня не спрашиваешь? Тебе не холодно? Если бы свет так выключался, щелкнул и выключился. Туда под кровать убери кабель. Идешь, шапка зажгется. Вот так вот тебе лучше надо. На! Ладно, все. А где Бонни? Бонни, где? Не уходи, она меня привьет. Ничего не привьет. Ты не трогай ее, она тебя трогать не будет. Маргарита, ты же первая лезешь всегда, поэтому потом... О, Макс плачет. Ладно, все, пока. Все, пока. Мама, чао.